Ну и всем привет, с вами Курс. Сегодня я вам покажу пасхалки нового обновления 3.9.02. Ну и давайте я вам немножечко расскажу, то что у нас уже очень много, почти 700 подписчиков, но давайте исправлять. Давайте подпишитесь, а я уже полетел. Пасхалка находится в главном меню, и это пасхалка на льва. И сейчас я вам его покажу. И эта пасхалка находится на карте Town 3. Давайте заходим. После этого нам надо найти здание, которое рядом с Дэном. Помните пасхалку? Итак, давайте заспавним король самолет, ковер самолет, и летим до столба. Вот этого вы уже, наверное, видите его. И давайте я вам сейчас я вам так очень много рассказал, чтобы вы поняли. И вот вы ничего здесь не видите, но вот что произошло. Там крылья, а если ходить, то в магазине появятся они. Ну и всем пока-пока!